Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Джоз, и сегодня мы возвращаемся в Roblox, чтобы найти монстры-буквы из алфавита, ожившие буквы, которые наводят ужас на всех игроков. На самом деле, нет, они достаточно все прикольные, веселые, и вышло обновление хэллоуинское, у нас добавились новые скинчики на буквы, поэтому я предлагаю вам сегодня найти их, которые вот новые добавились хэллоуинские, и если что, по пути мы сможем найти другие, которые еще не отыскали. У нас достаточно много пропущенных. Поэтому давайте сразу отправляемся у нас вот в эту гигантскую пещеру буквы F и там поищем. А пока я туда бегу, можешь смело поставить лайк и подписаться на канал, если этого еще ты не сделал. А я надеюсь, ты это сделал, потому что ты самый крутой подписчик на моем канале. Погнали! И здесь у нас должны быть какие-то буковки, смотри. Здесь у нас какой-то есть девочка-робот-киборг. О, ничего себе. Ну ладно, мне надо найти буковку. Буковка у нас здесь есть. Смотри, паутиночка. Итак, давай используем хэллоуинское. Так, а у меня хэллоуинская X. Она у меня, видимо, уже найдена. А, нет, я взял букву, и меня выкинуло из игры. Это что это такое вообще? Что за подстава подстав была? Ну-ка, сейчас возьмется. Сейчас тоже не берется. Может, она у меня уже есть? Давай проверим. Буква X. Так, вводим. Вот, да, она у меня взялась. Вот у нас она так трансформируется. Трансформируюсь в нее. Во. Вот такая у нас хэллоуинская буква X паутиночкой. Ладно, делаем ресет, и я думаю, знаешь, тут у нас есть еще что-то. Вон там что-то у нас валяется, кто-то пытается туда запрыгнуть. Ну-ка, мы тоже... А, хэллоуинская буква Z. Так, проверяем. Вот она у нас. Я уже два скинчика нашли. Вот такая буковка у нас. Отлично. Дальше. Так, делаем ресет. Я надеюсь, то, что у нас здесь вот эту пещерку обновили. Где она у нас? Вот, вот, она, смотри, даже светится по-другому. Кстати, может быть, можно даже вот так вот спуститься. Так, сюда запрыгиваем. Оп, не получилось. Не, вот, кстати, смотри. У нас некоторые завалы очистили. Сюда вот забраться нельзя. Но зато можно в другие комнаты забраться. Так, давай вначале посмотрим. Может быть, здесь где-то что-то у нас появилось. Вот тут вот, может быть, так, вон, смотри, что-то я там увидел. Нет, казалось. Ладно, и вот смотри, здесь что-то у нас какая-то свечка лежит. Это скинчик? Нет, это не скинчик. Так, идем сюда. О, реально, смотри, у нас здесь прям... О, смотри, я нашел букву, и это Фрэнкин Б. Ха, прикольно. Ну-ка, Фрэнкин Б, смотрим, вот у нас. О, реально, Франкенштейн, буква Б. Прикольно, прикольно. И ладно, забрасываем. Пэмч. И погнали дальше искать. Я думаю, это не единственная буква в этом подземелье. Где-то еще должна быть обязательно. Ну-ка, где вот здесь? Может быть, здесь? Так, это туда на выход мы идем, да? Тогда идем вот в эту сторону, пробираемся, проходим, внимательно ищем. И здесь у нас, смотри, есть каска какая-то. О! Наверху Спайдер А. Вау, ну-ка, Спайдер А. Где у нас так? Спайдер А. Может, так вот надо писать? Вот, Спайдер А. Вот она, буковка. О, жесть, реально, смотри, паучок. Отлично, новая буковка найдена. Сбрасываем скинчик, чтобы нам было легче здесь ходить. И погнали, дальше будем искать. Кого же мы здесь найдем? Здесь, наверное, мы уже больше вот в этой комнате никого не найдем. Так что выходим из этой комнаты, пойдем в другую комнату. Но здесь вот, вроде бы вот в этих комнатах, точно ли никого нет? Вот это меня больше всего удивляет. Ладно, идем сюда. Здесь я вижу вот еще какая-то паутинка. Это тоже паучий скинчик, что ли? Да, это хэллоуинская буква W. Итак, проверяем. Вот она. Смотри. Опа, двойная голова у нас здесь. Во, вот такой скинчик прикольный. Я думаю, хэллоуинские у нас будут все в таком стиле, да, типа паучков. О, здесь еще было. Фрэнкин Р. О, ну-ка проверим-ка.
нас была Фрэнкин Д, ой, Б, и вот Фрэнкин Р. Вот так вот выглядит, слушай. Ну, тот поприкольнее был скинчик, это просто два болта закрутили в букву и все. Ладно, сбрасываем, здесь у нас есть тыковки и еще паутина. Так, эта паутина у нас нерабочая, ее нельзя взять, скинчик никакой не дает. А тут, тут у нас тоже ничего нет, и мы уже достаточно много здесь нашли скинчиков. Хорошо, выходим отсюда. Здесь внимательно еще посмотрим, вроде бы здесь больше ничего нет. Но мне кажется, здесь вот на буковке какой-нибудь было бы прикольно, конечно, если бы оставили нам какое-то место. Так, поднимаемся, поднимаемся, выбираемся отсюда. Хопа, оп, есть, выбрались, отлично, отлично, так. Здесь у нас какой-то королевский ходит, царь. А, кстати, может наверху есть реально, кстати, давай поднимаемся наверх. Может и наверху туда что-то добавили. Если туда не пройти, это будет, наверное, неправильно. Поэтому нам надо обязательно везде пройти, посмотреть. Туда забраться можно? Вот туда. Нет. Так, здесь мы брали буковку. И что? У нас здесь закрыли проход? Ребята, у нас здесь закрыли проход? Или нет? Или здесь? А, он отсюда проходит. Все, понял. Вот здесь есть корона. Так, это Blue G. Есть, буковка собрана. И, кстати, вот отсюда мы выходим и можем здесь еще найти скинчик, да? Я в прошлом видео показывал, где его здесь собрать. Он где-то вот здесь находится. Погнали дальше. Будем сейчас здесь все искать. С этой стороны мы все находили, да, вроде все собирали. И... Так, вот это что это такое? Ну-ка. Это я тоже собирал. Отличненько. Отлично, все, выбираемся. Идем, наверное, сейчас куда-нибудь в город. И в городе будем искать. Здесь же еще много должно быть хэллоуинских скинчиков. Так, вот эта тыковка. Это все мы собирали. Погнали вот в эту сторону. Здесь у нас много... Так, это что это такое? Под... О! О, это какашечная буква L. Что это значит? Ну-ка, давай проверим. Это, кто так загадил-то у нас эту букву? О! Кто-то не добежал до туалета, кажется. Или это и есть туалет? Ну, что-то он вроде довольный. Жесть. Ладно, сбрасываем этот скинчик. Погнали дальше смотреть. Здесь у нас есть вот такие тыковки, да? Они нам вроде бы не дают... А, вон там еще есть тыковка. Никакой скинчик не дают. Но, может быть, одна из этих тыковок все-таки нам дает скинчик. Так, это не дает. Деревья, кстати, тоже надо проверять. Если будем проверять деревья, то пропустим 100% какой-нибудь скин. Так, здесь это все мы собирали. Вот еще тыковка. И за тыковкой есть какой-то скинчик, кстати. Но мне кажется, я его собирал. А, нет, не собирал. Это буква А. Обычная. Как я ее пропустил в тот раз? Как я ее мог пропустить? Вот эту я уж точно собирал 100%, да. Идем, наверное, в сторону города. Будем в стороне города что-то искать. Какие же буквы нас ждут впереди? Здесь тоже много букв. Ой, букв тыков. И они вроде как просто декорации, да? Ну-ка, а здесь у нас между домами ничего нет? Вот тут вот. Надо тоже проверять хорошо. О, так, а, это я собирал, да. Это мама длинные ноги. Был, у нас была буква. Так, вот здесь что-то есть, смотри. Опа. О, тыквенная буква Z. Так, ну буквы Z мы все собрали вроде бы. О, вот такая тыковка у нас появилась. Отлично. Так, это у нас буква собрана. Делаем ресетик быстренько. И смотрим дальше. Так, эту корону мы собирали 100%. Она здесь у нас на видном месте лежит. Дальше смотрим. Может быть где-то здесь еще что-то запряталось. Вот тут вот. Так, это я тоже собирал, значит, идем дальше, пробегаем. Так, на балкончиках ничего не висит. Этот диск мы собирали, здесь у нас тоже все нормально, все чистенько, все хорошо. Все у нас отлично, здесь мы тоже все собирали. Тогда куда же мне надо идти сейчас? Так, вот это в палатке мы собирали? Это не новый? Нет, это не новый скинчик. Хорошо, идем дальше, пробираемся. Вот у нас есть тыквенные. Буква C. А, хэллоуинские буквы у нас, наверное... А как мне узнать, все ли я хэллоуинские буквы собрал или нет? Я что-то даже забыл. А сколько должно быть их? 10, да, хэллоуинских? Ну, я не знаю, все ли мы собрали или не все.
Ладно, будем проверять дальше. Вот это что-то такое-то я собирал. Так, но здесь вроде бы еще одна должна быть буква на крыше. А я их все собрал, получается. Ладно, вокруг школы давай посмотрим. Кстати, вон там еще можно сбегать, посмотреть. Вот тут вот у нас, может быть, в огне? Нет, здесь это я, наверное, букву собирал. Вот тут вот, да, 100%. 100% собирал. Ну, вроде бы здесь у нас нет никаких других буквок. Хотя, так, на ракете, смотри, есть какая-то закорючка. И это, а я ее тоже собирал, получается. Ладненько, мы проходим тогда дальше. Будем в школе смотреть. В школе же тоже празднуют Хэллоуин. И там... Я вон возле дерева что-то нашел уже. Так, но мне кажется, это я уже собирал. Это я собирал, да. Тогда здесь погнали. Так, это я что-то сквозь стену вижу. О, во, метла. О, ведьма, буква Д. Так, отличненько. Отлично. Так, это мы собирали эту закорючку, да? Да, эту закорючку собирали. Так, посмотрим, что у нас за буква Д. Буква Д. Так, где она? Это вот она, вот она, во. Отлично, вот у нас ведьма. Что-то располнела она, похоже. Ладно, смотрим дальше. Так, вокруг школы пробегаем. Здесь у нас вроде бы ничегошеньки нет. Так, смотрим вот здесь за деревом. За деревом смотрим. Так, может быть здесь? Так, мне надо сделать, наверное, ресет. Потому что я так не могу здесь пройти. Смотрим тут. Так, и что же здесь у нас? У нас здесь ничего больше нет. Здесь есть такая буква, но я ее уже собирал. В самой школе здесь у нас разбитые буквы. Вау, а что так произошло? Кто здесь развалил все буквы? Так, эти мы собирали все буквы, да, правильно. Здесь у нас злая буква F, учитель, похоже. Итак, вот это я тоже штуку собирал, да. Это я тоже штучку собирал. Так что выходим отсюда. Кстати, что-то тормозит здесь. Итак, это у нас что? Это у нас нормально все. Это все мы собирали. Идем дальше тогда. Проходим отсюда. Что-то здесь много букв F злых. Так, здесь нет ничего. Ну-ка в туалете. Так, это мы собирали. Здесь мы все собирали. Под раковинами ничего нет новенького. Здесь, может быть, что-то завалялось. Здесь... Вот в этом туалете, так, вон там мы буквы находили, здесь мы смотрим в кабинках, вроде бы нет, здесь ничего новенького не добавилось. Идем в следующую комнату, вот сюда заходим. Так, здесь у нас есть какая-то штука, и здесь у нас, так, вон там, смотри, что это такое валяется. Вот здесь, вот это вот, что это такое? Что это? Это кусочки какие-то, мне кажется, их можно было собирать, но я не могу почему-то. Почему не могу? Ладно, проходим отсюда. Значит, это просто какие-то тряпки там валяются, которые не собираются. Ой, а там я был, да? Ну, на всякий случай надо к директору тоже зайти в класс, вдруг там тоже что-то добавилось. Так, эту букву я собирал, и здесь я тоже собирал. Эта стрелочка тоже не собирается, понятно. Значит, отсюда все, можно смело... Выходить из этой комнаты. Из этой комнаты выходим. Так, сколько морфов я собрал? 83 из... Так, подожди, 83 из 95. X у нас есть, N, W. Потом у нас есть злая буква M. N, так, вот это есть. Потом вот это Хаги-Ваги. А, стоп! Мне кажется... Так, а это W Хаги-Ваги, да? Так, вот это королевская буква К. У нас мумия есть и F. Ну, в принципе, вот эта мумия, мне кажется, она относится к Хэллоуину. И его надо найти обязательно. Так, W, Хаги-Ваги. А как написать? Так, Хаги, может, это одна Хаги-Ваги. Но мне кажется, видишь, вот здесь вот Хаги-Ваги. И вон те тряпки очень похожи на Хаги-Ваги. Мне кажется, это они и есть. Ну-ка. Так, зайдем вот сюда. Ну смотри, похоже, это буква, 100% говорю, но я не могу ее почему-то собрать. А вот она, а что я так располовинила? Смотри, прикольно, но мы нашли еще одну букву, это здорово. Ну-ка, давай выходим из школы и пойдем, будем искать вот эту вот букву.
А вот эту вот мумию. Мне кажется, мумия должна быть у нас хэллоуинская. И мы ее, наверное, пропустили где-то в школе, да? Ой, в школе, говорю, в тех пещерах. Так что пойдем в эти пещерки и посмотрим повнимательнее. Мне кажется, мумия должна быть где-то там находиться. Потому что, а почему ее в другом месте где-то быть? Наверняка она где-то там. Ну, пойдем проверим. Может, мы реально что-то пропустили. Повнимательней поищем. Может, во всяких таких закоулочках. Кстати, их здесь очень-очень много. И вообще здесь ничего не видно. Так, ну-ка вот эти собираем. Вот смотри, у нас здесь очень много вот таких проходов. Вот, да? Вот типа таких. В которых можно побегать, поискать. Вот есть буковка. Так, это я собирал. Ну, я здесь тщательно в прошлый раз пробегал, смотрел. Так что я не думаю, что я здесь что-то мог пропустить. Вот здесь вот, например, так. Здесь точно ничего нет. Ладно, идем дальше. Здесь посмотрим. Вот тут, может быть, что-то мы пропустили. Не нашли. Нет, вроде все нашли. Вот, это что? А, это я уж собирал, да. Вот у нас есть какое-то место секретное. Так, проходим, проходим, проходим. И куда мы идем? Здесь я был, здесь я находил буковку. А, нет, F. Здесь была буковка, так, а здесь? А мне кажется, я здесь был. Но я говорю, здесь очень много проходов, где есть у нас секретные буковки. Так, и здесь у нас есть проходик. Так, это я уж собирал, точно. Так, здесь собирал. Собирал, идем сюда. Здесь проходим, смотрим, смотри, туннель. Опа, еще буковка. Еще буковка, так, еще дальше иду. О, еще буковка. И здесь даже цепь есть наверх или вниз. Как-то, ага. Ну не, это я собирал, да. Значит, я вот с этой буквой перепутал. Ой, Соник прибежал. Прикольно. Ладно, выходим отсюда и смотрим здесь. Так, это вот пещерка. Сейчас мы туда тоже спустимся обязательно. Но вначале здесь еще до конца все исследуем. Так, это я собирал. Сюда мы смотрим, здесь я был. Здесь был, вроде бы все собрал. Вроде все собрано. Здесь собрал все. И с этой стороны, вот у нас есть какое-то место. Так, это кто это такой? Так, тебя тоже собирал. Ну, вроде бы да, вроде бы здесь мы все зачистили. Тогда спускаемся вниз. Наверху тоже все, я посмотрел. Все зачистил. Так, спускаемся вниз и... Пэмч, есть. Погнали, теперь вот в эту пещерку посмотрим. Посмотрим, в этой пещерке у нас... Но здесь я все прочистил. Это 100%. Это 100% я здесь все нашел. Может быть, вот здесь вот? Вот. Нет. Тоже нет. Тогда здесь я все посмотрел. Посмотрел. Тогда идем вот сюда. В другую. Или здесь, может быть... Нет. Здесь уж точно нет. Тогда вот в эту пещерку идем. Здесь внимательно смотрим. На каждый закоулочек везде проверяем, проверяем, проверяем. И вот эта паутинка. Нет, не то. Здесь мы смотрели, смотрели вот в этой тележке. Тоже нет. Может быть здесь, 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 здесь. А может быть тут? О! Вау, смотри, где она спряталась, эта мумия. Вон там, видишь? Вот так вот, я не знаю, как тебе показать. Но вот за этой балкой она находится. Обалдеть! Вот это жестко, конечно, ее запрятали. Так, можно телепортироваться ко входу, например. Можно? Нет, к школе можем телепортироваться. Вот сюда. И проверить у нас букву А, мумия. Мумия, буква А, легендарная. Ну не зря она легендарная, потому что, смотри, какое тяжело было отыскать. О, здесь еще буковка Н. На скамеечке сидел. И сколько в итоге мне... Найти осталось. Мне осталось найти 9 букв. И странно, где они все вообще запрятались. Очень тяжело их искать, я вам так скажу. Очень тяжело их найти. Вот здесь еще. Так, это я. Но! Злая буква М. Но все число букв, которые нам нужно найти, все сокращается. И сокращается. Еще бы здесь найти. Может, я реально здесь еще какие-то буквы пропустил в самом-самом начале. Вот здесь, может быть. Так, где контейнеры? О, да, кстати, вот это, по-моему, я не собирал. Так, делаем-ка ресет. Ресет и... запрыгиваем. Вот, вот у нас буковка. Королевская буква К. Отлично. Да, смотри, уже уменьшается. Еще поискать. Может быть, здесь в начале, и мы еще найдем какие-то буквы. Вот это прикол, конечно. Ладненько, здесь, может быть, на деревьях каких-то запрятано.
Или же, может быть, на этих деревьях, или еще на скамеечке. Ну, вот это мы собирали. Здесь мы собирали. Собирали. И здесь тоже мы все насобирали. Но главную задачу мы на сегодня выполнили. Мы собрали хэллоуинские буковки с этого обновления. Поэтому я надеюсь, тебе видео понравилось. Ты поставил лайк, подписан на канал, коммент оставил, видео со своим друзьям поделился. А пока у меня на этом все. Не болей, не скучай. Пока-пока.